Битва умов. Накануне в реабилитационном центре «Изгелек» прошла интеллектуальная игра в формате брейн-ринга. Ее участниками стали челнинцы с ограниченными возможностями здоровья. Состязания посвятили прошедшей декаде инвалидов. Помериться умственной силой заявились 5 команд знатоков. По словам организаторов, интерес к конкурсу с каждым годом только увеличивается, поэтому задание становится сложнее. А на разгадку, как и прежде, дается всего 1 минута. Здесь будут затронуты различные тематики, эрудиция, угадай мелодию, различные загадки, различные пословицы и русские, и татарские. И, конечно же, тема будет посвящена Дню инвалида. В течение года избирались команды, и в рамках декады уже лучшие из лучших собираются и борются в переходящий кубок. Каждый год у нас есть свой игрок года. Его путем голосования выбирают все участники интеллектуальной битвы. По словам организаторов, стать игроком года может как опытный боец, так и начинающий. Главное – суметь проявить себя и правильно отвечать на вопросы. В этом году почетное звание получила Светлана Скидкина. Я воспитываю дочь инвалида с детства. Она проходит реабилитацию в «Изгелеке» раз в год. И вот нас пригласили на игру «Brain Ring». Очень нам это понравилось, игра заинтересовала, и я тоже активно участвую.